Всем привет, с вами Федор Васильев. В этом видео я хочу сказать всем моим подписчикам, всей моей аудитории, моим клиентам и просто гостям, то, что я открыл группу ВКонтакте. На эту группу можно попасть через главную страницу YouTube. Вот здесь вот я разместил ссылочку. Или же в описании этого видео ссылочку я прикреплю на группу ВКонтакте. Теперь, зачем я ее создал? Ну, в первую очередь, давно нужно это уже было сделать. Это социальное продвижение. Но самое главное, зачем она была создана, сейчас я вам расскажу. Во-первых, здесь вся информация, которая только может быть, я разместил в удобном и понятном месте, как я считаю. Во-вторых, все новые уроки, которые публикуются в YouTube, они будут дублироваться на стене и в видеозаписях, вот здесь. Группа изначально сейчас мне нужна, чтобы более тесно общаться со своей аудиторией, то есть с вами. Первое, что я хочу узнать, это какие темы вас интересуют, то есть какие темы вы хотите, чтобы я раскрыл. Например, это может быть создание сайта, но какой-то узконаправленной тематики, может быть. Вот здесь в обсуждениях, вот здесь вы видите, я создал обсуждение, да? Вы перейдете сюда, и я от вас хочу здесь увидеть любые ваши пожелания, предложения по поводу будущих видеоуроков. То есть, например, есть какая-то тема, которая мало или не раскрыта в интернете, но вам нужно получить обучение по этой теме. То есть здесь я указал свою рубрику, свои тематики, это Joomla, WordPress, Adobe Muse и так далее, но это не обязательно. Возможно, какие-то приближенные ниши, какие-то схожие тематики, возможно, может быть, обработка видео или еще какие-то, там, ведение рассылки. В общем, по сути, можете любое пожелание, которое вы хотите, чтобы я для вас раскрыл через видеоуроки, я хочу, чтобы вы это все здесь написали. То есть, тем самым я буду более тесно с вами общаться и уже буду знать конкретно, что аудитория моя хочет изучить. То есть, подайте мне идею. В будущем я рассмотрю это и запишу видеокурс. Ну и, конечно же, вступайте в мою группу. Группа открыта. Возможно, это временно. Потом, может быть, я сделаю закрытую группу, и в нее вступить уже не получится. То есть, я хочу собрать только свою аудиторию. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на мою группу. Конечно же, ответы на вопросы часто начинают мне писать с какими-то вопросами на e-mail. Я понимаю, вам так удобнее. Или очень часто мне пишут в личные сообщения ВКонтакте. Ребят, я хочу вам сразу сказать, что у меня для этих целей по-прежнему существует форум. Здесь также ссылка указана в описании группы. Возможно, я не всегда сразу отвечаю на вопросы, так как бываю очень сильно занят. Но быстрее ответить на ваши вопросы через сообщение ВКонтакте я не отвечу вам. Так что вы просто зря тратите время. Все-таки специальный форум создан для этих целей. Соответственно, в группе задавать какие-то вопросы там по поводу, как сделать это, как сделать то, вы, конечно, можете написать. Но лучше, я вам советую, какие-то несложные вопросы, то есть не требующие глубокого анализа, в принципе, вы можете задавать под видео на YouTube. А если вопрос я сочту достаточно сложным, в котором мне нужно участвовать, потратить время, разобраться в этом вопросе, то есть я сходу не смогу ответить, то такой вопрос я буду предлагать вам обсудить на форуме. То есть в этом плане ничего не меняется. Также я счел нужным разместить еще важные для себя темы, это заказать сайт. Но это уже для тех, кто не хочет учиться, в принципе. Наверное, для вас это не очень подойдет. А вот третье обсуждение. Если вы еще не знаете, я организовываю платную консультацию по скайпу. Можете зайти, ознакомиться. То есть, если у вас есть срочный вопрос по темам, которые я преподаю, Joomla, Adobe Muse, там, Engine, Animate, WordPress, сначала пишите мне в личку ВКонтакте об этом, что вы хотите получить платную консультацию. Здесь указана цена и так далее. То есть это если нужно вам очень срочно, вам горит информация, вам нужно быстро разобраться в ситуации, вы можете попробовать со мной связаться. И мы вместе разберем вашу проблему. Здесь также это все указано. Также в блоке ссылки, обратите внимание, я указал все ссылки на бесплатные и платные курсы, а также скачать шаблоны, виджеты по подписке. Также ссылку разместил на хостинг, который использую сам, который вам советую, если вы еще этого не видели и вы в поисках хорошего надежного хостинга. Мои сайты работают на этом хостинге.
Это моя реферальная ссылка. Просьба, если вы захотите разместить свой сайт на хостинге, просьба регистрироваться по моей реферальной ссылочке. То есть она здесь прикреплена. То есть вы ничего не теряете, вы приобретаете хостинг, а мне за это небольшая копеечка падает. То есть если вы зарегистрируетесь именно по моей ссылочке. В общем, не мешкайтесь, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И обязательно я хочу здесь видеть ваши пожелания. Те темы, которые вы хотите раскрыть для себя, обучиться. На этом здесь все. Я желаю вам удачи и до новых встреч.